Насладиться, ознакомиться, испытать. Под таким девизом проходит Всемирный день снега. Самара не стала исключением. Провести время с пользой для здоровья. На лыжной базе «Чайка» собрались сотни самарцев. Старт дан. Впереди длинная дистанция. Бегут 1200 метров. За звание лучшего соревнуются сотни спортсменов. В день снега даже сильный мороз спорту не помеха. Лыжники показывают хорошие результаты. На тренировке похоже было. Сегодня вроде нормально. А так все нравится. Погода хорошая. День снега – праздник молодой. Его учредили по инициативе Международной федерации лыжного спорта 5 лет назад. С тех пор в один из выходных дней января по всему миру люди приобщаются к зимним видам спорта. Его цель – это и задача привлечения детей, молодежи, взрослого населения к занятиям зимними видами спорта. Главное, чтобы наши дети увидели замечательные зимние виды, приняли участие в эстафетах, заболели зимними видами спорта и всегда приходили на лыжню, на горки, в парке. Для тех, кто пришел отпраздновать зимний праздник всей семьей, тоже есть чем заняться. Все для спорта, все для победы. Мерзнуть спортсменам-любителям некогда. Ловкость и скорость демонстрируют в гонках на санках. Опа, опа, заносы! Супер, супер, супер! Обратно! Молодцы! Очень нравится праздник. Весело, задорно и морозно. Отличное настроение. Сейчас еще побегаем, будет еще лучше. Для тех, кому одного дня снега оказалось мало, организаторы напоминают, впереди еще пара месяцев зимы, поэтому весело и спортивно провести можно еще много выходных. Было бы желание. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».